Итак, ребят, планы резко поменялись. Трешневку я никогда ни разу не выкладывал. На ваших глазах я буду делать это все впервые. Посмотрим, как получится. Ну и вы, конечно, смотрите. Первый раз, как первый класс. Вот такая дорога получается. Ну вот, а сейчас посмотрите, какая красота-то. Погнали. Народ, всем привет. Сегодня видео мы будем делать лыжневку, заезд к Барсу. Вон подъехал погрузчик, сейчас пришли два КамАЗика, привезли щебеночки. Вот сейчас он там эту лужу, в прошлом видео я показывал, лужу такая глубокая образовалась. То есть ездили-ездили, разъездили. Сейчас как бы так приравнивать, заравнивать. А на самом Барсе будем делать заезд лыжневку из бревен. Сейчас я поеду туда в Осинник, в штабель, и отберу, ну, примерно машину, отберу осины, более-менее такой, средний размер. Выложим лежневочку и на нее уже щебеночки, или наоборот, ну, все увидите. Напоминаю вам, подписываться на канал, оставить лайки, писать комментарии. Едем делать лежневку. Все, подкатили. Вот, смотрите, ребят. То есть к Осиннику подъехали. Вот, видите лужи? Заезд Барс. То есть вот эту яму сейчас будем заделывать. То есть туда щебеночки, наверное, я так думаю. Наверх нужно будет мне вот сейчас отобрать более-менее одного размера бревна. И буду выкладывать. Там уже было сделано на самом заезде. Уже сделали как бы до меня. А сейчас и мне предстоит нести лепку в эту дорогу. Ну ладно, полезли на установку. Давайте начнем отбирать уже. Так, все у нас здесь. Рубаем насос. Работаю я на третьей передаче, как вы уже знаете. Ну, примерно столько хватит. Что нам нужно? Нам нужно положить упор под лапу, а то сейчас провалится. 100 баллов парочку возьмем, я думаю, хватит. С той стороны она сильно как бы, ну, отжиматься не будет, весь вес пойдет на эту лапу, поднимать будем, думаю, хорош. Итак, ребят, все разложились, залез я, вот сейчас буду отбирать. Ну, я не знаю, примерно, наверное, я думаю, таких вот, более-менее поровнее, отберу, там возьму, вон на 24 примерно, вот такие. И как назло поступила команда, ехать опять будут резки. Ну ладно, давайте приступим отбирать. Фронтальник срывает яму, то есть самая глубокая. То есть получается, когда оттуда задом выезжаешь, прицеп в эту яму падает, ну и плохо выезжать, он сразу складывается. Вот, вот сейчас он ее сроет, более-менее. Вот, потом, наверное, я так думаю, наверное, щебеночки добавят. И потом мы подъедем и будем выкладывать на дорогу. Так, ну ладно, мы продолжаем отбирать. Как отберу, включимся. Итак, ребят, планы резко поменялись. Была дана команда набирать разного размера, то есть большой, крупный, мелкий, всякий. То есть вот набрал я примерно машину, ну хватит пока, думаю, потом если что еще подъеду. Значит, там на заезде щебенку там сыпать не будут, то есть разгребли до сухого, фронтальник разгреб. Сейчас надо будет как-то подъехать, только я не знаю пока как.
именно. То есть лежневку я никогда ни разу не выкладывал. На, как говорится, на ваших глазах я буду делать это все впервые. Вот. Нужно будет туда подъехать и сразу на землю выкладывать эту лежневку. И сверху я так думаю. Я сначала думал, что щебенкой, оказывается, щебенку всю там разровняли, там на заезде, и все. Вроде как сказали, не будут щебенки. Не знаю, сверху будем заваливать, землей не будем, или просто оставим так бревна. Ну, я думаю, наверное, все-таки нужно будет завалить, потому что они, я думаю, разъезжаться, наверное, будут бревна. Ну, ладно. Посмотрим, как получится. Ну, и вы, конечно, смотрите. Нужно сейчас съездить по-быстрому туда на срезки, загрузить трактор. Ну, и вернемся дальше. Ребят. Сегодня, походу, холоднее даже, чем было вчера. Но благо здесь, на Уральчике, печка вообще просто огниво, я вам скажу. То есть ноги дует, все, зашибись. Поедем, загрузим трактор, то ему везти. Потом вернемся. Ага, вон еще щебеночки подвезли. Камазики пришли, совочки. Уже выскол. Так, ну вот, ребят, смотрите. То есть, видите, как разровнял? Я так понимаю, мне нужно будет заехать сюда. То есть вот так. Боком. И подавать, правильно? Да. Если, конечно, кто делал лежневку, то дайте совет, может быть, как правильно. Вот, как это нужно сделать правильно. То есть, кто делал из вас там, посоветуйте. Вот. То есть, значит, подъехать и подавать, я так думаю, туда. И выкладывать так. Так, ну ладно. Приступим. Так, ладно, ребят, поедем загрузим срезки, потому что уже волнуется народ. Сейчас здесь нам нужно проехать по этой грязюке. Фронтальничек работает. Так, проходим, проходим. Нам подсыпаешь, да, друган? Спасибо. Ты настоящий друг. Вон там кисло у нас ходит, видите? Там тонкими швами. Вот так вот. Александр он колесики смотрит. Трактора заправляет. Будут объезжать делянки с плугом, с классным. Так, все, ребят. Тележечка загружена. Саша сейчас там разровняет все как нужно, чтобы кому-нибудь не прилетело в лобаря. Одна срезка по дороге. Ну, а мы поедем делать дальше. Так, все. Рубаем повышенную. Погнали. Эх, и печечка здесь, ребят, вообще. Просто огниво. Я не знаю, наверное, из сопла точно дует градусов 60. Рука прям держит еле-еле прям. Еще чутка, наверное, не 60, 65, наверное, 70 около того. Эх, ура! В зеркало смотрите. Чернота вообще жесть просто. Нам в жизни так не гонял никогда. Так, фронтальник разровнял здесь. Более-менее нормально, но мне кажется, провалится здесь все равно все. Надо будет подвозить, подсыпать. Так, ну что, как мы здесь будем заезжать-то? Прямо что ли? Здесь. То есть нам нужно, я так понимаю. Почему я говорю нам? Потому что вы со мной же, правильно? Сейчас, в данный момент. То есть на тот перепад нужно будет что-то потолще. То есть я там загрузил такое бревнышко хорошее. Может быть на 40, может на полтинник. Так, ладно, вырубаем первую. Давайте попробуем. Подъезжаем так. Стрела, я думаю, дотянется. Так, ну думаю, нормально. Так, итак, что у нас вот? Нейтралка, насос третий, ручник.
1000 оборотов. Чутка побольше, ладно. Все, печечка у нас работает. Все, зашибись. Ладно, пойдемте. Так, с той стороны у нас есть что подложить. Упор пойдет туда. 100 баллов. Сделаем так. Сделаем так. И так. Я думаю, будет нормально. Не провалится. До туда мы дотянем, я думаю. Не, высоко. Чуть-чуть убавим. Там шура начинает колесками подниматься. И он будет шататься. Зад-назад. Все, идем наверх. Эх, сидушка моя. Sit down, please. А без нее, ребят, это мокрая. Другая сидушка. Ну что, с Богом, как говорится, первый раз как первый класс. Но думаю, получится. Вот единственное, при когда раскладываешь стрелу, нужно ловить такт. Вот видите, опустил и приподнимаю я, тихонько разгибаю. Все. Потому что если так не поймаешь, она бах об землю. Ну, как бы неприятно так. Как серпом по одному месту. Так, я думаю, нам что нужно сделать? Нам сначала нужно тонкотье, наверное, убрать в сторону. Туда, я думаю, наверное, надо будет что-нибудь потолще для начала. И потом как бы сюда на убавление, правильно? То есть там толще. Так, дык-дык-дык-дык, и сюда уже потоньше. То есть, чтобы переход выровнять. Там, он, видите, тоже лежневка была. То есть там сделали вот этот вот провал. Ну ладно. В сторону она дергается прям вообще жесть. Скорость большая. Так, сейчас мы вот это еще заберем. Что-то сто раз нет. Попробуем одной хапочкой забрать. Так, все, получилось. Это положим здесь. То есть как бы разложим. Чтоб можно было нам примерно. Вот видите, бревнышко какое. Но, блин, я его еле запятил, честно говоря. Наверное, я думаю, нужно еще попробовать подкрутить клапан. Вот. Потолще у нас пойдет потом. То есть мы, значит, положим где-нибудь здесь. Вот. Так, ну что, полено очень чудненькое. Убираем телескоп, приподнимаем и будем выносить сейчас. Видите, не поднимает нифига. Потихоньку. Опустим. Никакой нагрузки не было. Ну что, телескопичку тихонько достаем. Ребят, тяжело уже. Попробуем так занести. Так, одну сторону занесли. Все, нет, стрела не дотянется. Нет, не селяет. Так, ладно, берем другой. Так, что нам тут взять? Наверное, я думаю, вот этот возьмем. Вот, второе.
наверное, третье. Это там потолще, да, ребят? Вот это. Сейчас мы его возьмем. И тоже туда. Блин, надо было чутка поближе, да? Но тут уже грунт навален. Как бы плохо подъезжать. А так бы вот, конечно, на полметрика можно было бы. Так, ну что мы... Наверное, это... Нет, то потолще. Значит, мы отставляем в сторону. Так, берем это. Большой, наверное, я неправильно положил, да? Нужно тоже надо было развернуть. Еще раз? Ага, да, там еще яма. Все правильно. Она не дотянется, Андрюх! Так, ну ладно. Что, нам подкатит, да, я думаю? Переборщил. И вот таким макаром буду выкладывать. Так, ребят, ну чё, большие мы выложили. Теперь нужно мелкими выкладывать. Сейчас, вон Андрей говорит, нужно тоненькое одно. Подадим ему тоненькое, более-менее. Перевернули. Но до туда не дотянется она, конечно. Попробуем кинуть. Раз. И два, и три. А, чуть-чуть перекинули. Ну ладно. Возьмем, наверное, теперь вот это. Потоньше, которая. Думаю, наверное, пора вот эти два взять, да, ребят? Как вы думаете? Я думаю, эти. Тракторишка едет. Сейчас будем присыпать, наверное, землей все-таки. Сюда! Так. Так, все. Вот, значит, ничего сложного, оказывается, да? Зато будет дорожка. А то реально эта яма вообще уже достала. Заехать заедешь, выезжать, финиш. Прицеп складывается сразу же. Чутка не успел все рульнуть. Так, положим, наверное, в яму, я думаю, вот сюда. И по одной подадим. Правильно? Подвинь вот так чутка. Вот. Вот. Все, я думаю, шоколадно. Так, ну а эти, наверное, вот сюда. Так, думаю. Что сюда? Блин. Поймать вот так вот этот вот. Вот так. Думаю, все, наверное. Ребят, будем сейчас землю насыпать, как экскаватором. Вот установка, грузит все. Все можно делать. И срезки, и бревна, и землю. Вот так. Вот уже не берется.
Так, ну вот, ребят, тракторишкой сейчас ножом, потому что, ну, клешнёй не делает это правильно, фигняет все. Чё, все я складываю? А я до тут не дотянусь. Вот такая дорога получается. Настоящая, старинная, древняя. Ну, зато теперь провалится точно не будет ничего. Будет как нужно. Все супер. Ну и с той стороны, наверное, я думаю, он погребет. И все. А так, я думаю, наверное, если еще щебеночкой, да, сверху, вообще бы было бы, как говорится, на наш век хватило бы. Здесь все заделать, дорогу, и был бы за день у нас там. Так, ну вот, отъехали мы оттуда. Дядя Витя подскребает, заваливает. Пойдемте посмотрим. Посмотрим, что получилось. Такая лежневочка, дорожка. То есть, ну вот. Смотрите. Здесь только вот беда, да? Глина. Там тоже вот вода. Как болото. А здесь вот сейчас еще, если привалить чуть-чуть, а вот здесь. Все, можно пробовать заезжать. Сейчас я на Уральчике проеду здесь. Блин, я все равно здесь перекрыл, да, дорогу-то? Ну ладно, если что, отъеду. То есть так вот. Здесь, правда, он же деляга. Здесь не особо ей, конечно, привалится. Вот это, наверное, ветку или что это, щепка. Зря я положил ее тут. Мешаться она только сейчас будет. Ну, конечно, если бы отсюда вот приваливать. Отсюда привалить, было бы нормально, конечно. Ну вот, а сейчас посмотрите, какая красота. Я прям не нарадуюсь. А то прям как на бар заезжать, так крову. Ну, заезжать еще ладно, а выезжать, все. Это яма, блин. Особенно по весне, когда был, когда редуктор. Одного редуктора не было. Дядя! Блин, тащил одно бревно. Здесь вот вода, да, Андрей? Не особо, что деляга. Ну, она просочится, земля, через бревна, и будет, я думаю, офигенно. Так, пойдем подскажем ему. Нормально. Давай, давай. Еще чутка. Все. Все, зашибись. Отошло уже. Щель какая здоровая получилась. Ну ладно. Все, сейчас он будет заваливать. Как завалить. Включимся уже, посмотрим нормально. Так, ну вот, все. Заровняли. Вроде так ничего. Пока. Пока. Сейчас будем испытывать лежневочку. Как нужно правильно. Возьмем отсюда, да? Начало. Потихоньку так. На первой передачке. Идет нормально. Ну что, ребят, все, покатал я, прикатал сколько мог. Вот смотрите, что получилось. То есть я думаю,
вообще огонь. Ну еще со временем она провалится, ну я имею в виду земля под бревна провалится, встанет как нужно и будет нормально. То есть в основном машины, когда сюда заезжают, задом сдают туда, прицеп туда пускают и выезжают уже пустыми туда. Вот. Еще останется сделать здесь вот этот спуск. Ну, как бы не спуск, а уклон такой. Вот, видите? То есть получается, когда сыро, грязно, вот, вот здесь едешь, груженный, и тебя стаскивают просто сюда прям. Просто прям сволакивают вот в эту фигню. Здесь сделали, вот останется здесь поднять, чтобы заезжать можно было бы прям сразу. Заехал, выгрузился и задом сюда выехал и туда. И будет уже как нужно. Огонь. Ну и здесь вот еще останется, если, например, оттуда сверху сюда шелуха. А может быть просто щебеночки еще подвести пару камазиков, пару-тройку. И будет тогда стопудово огонь. Ну а на сегодня, наверное, все. Заканчиваем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите советы в комментариях. На сегодня все. Всем пока!